вас. О, есть. Ну, то еще раз. Ну, еще раз. Привет всем вам. Я радуюсь, что я вместе с вами могу хвалить нашего Господа. To jest dla mnie niesamowite. Uczę się przy okazji rosyjskiego i ukraińskiego. Rozumiecie po polsku, da? Prawda? Uczę się po случаю i ruskiego, i ukraińskiego. Kilka lat temu miałem okazję być na ewangelizacji w kościele rzymskokatolickiej, gdzie przemawiał pastor z Pakistanu. Несколько лет назад имел возможность быть в римско-католической церкви, где говорил слово пастор из Пакистана. I podczas jego przemowy działy się niezwykłe rzeczy. Ludzie oddawali życie Chrystusowi, byli uzdrawiani. I w czasie jego propowiedzi происходили невероятные вещи. Ludzie oddawali życie Jezusu i było исцеление. Ale to, co najbardziej mnie poruszyło podczas jego przemawiania, no to, co najbardziej silno коснулось меня во время его проповеди, to to, że on znikał za Chrystusem, o którym opowiadał. Это то, что он исчезал за Иисусом, о котором говорил. Było to dla mnie tak bardzo poruszające, że pomyślałem sobie, że chciałbym tak mówić i tak żyć, żeby znikać za Chrystusem, o którym mówię. Było dla mnie to tak trogательно, że podумал, że ja chciałbym tak i mówić, i żyć, żeby исчезać za Jezusem, o którym ja mówię. Ale właśnie o tym w wielu miejscach mówi Pismo Święte. No, собственно говоря, об этом во многих местах говорит Библия. Mówi o tym, żeby Chrystus był widoczny przez nasze życie. Mówi o tym, żeby Jezus był widoczny przez nasze życie. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w 5 rozdziale w 20 wierszu powiedział, że w miejsce Chrystusa sprawujemy poselstwo. Apostoł Paweł w drugim posłaniu Koryntianom 5:20 mówi o tym, że my, tam napisano tak, ibo my posłanicy od imienia Chrystowa i jakby sam Bóg uwieściwaje przez nas od imienia Chrystowa, prosim, przymierzcie z Bogiem, ili my являемся теми посланниками, которые от имени Иисуса. А в листе до Колоссян апостол Павел говорит, что таемницей великой есть Христос в нас. А в Колоссянам 1:27 Павел говорит также, что Иисус является истиной в нас. Если хотимы, чтобы та таемница тайной в нас, да. Если хотимы, чтобы та таемница, которую есть Христос в нас, została objawiona niewierzącym. Если мы хотим, чтобы эта тайна, которая является Христос в нас, стала известна неверующим людям, если хотимы сникнуть за Христусом, о котором оповедаме, если мы хотим исчезнуть за Иисусом, о котором мы говорим, мусимы расправить себя в нашем жизни с чем-то, о чем сегодня буду говорить. Должны расправиться в нашей жизни с чем-то, о чем я сегодня хотел бы говорить. Chcę powiedzieć wam to bardzo wyraźnie i sobie. Хочу вам сказать это очень ясно и себе. Będę mówił dzisiaj o rzeczach, z którymi jeśli się nie rozprawimy, буду говорить сегодня о тех вещах, о которых, если мы в своей жизни еще не справимся, если не усунемы их из нашего жития, если мы не удалим их из нашей жизни, то наша служба, замест объявлять Христуса, то наше служение вместо того, чтобы являть Христа, будет местом лечения наших комплексов, будет местом лечения наших комплексов. В этом году мне 30 лет, как я пастором. В этом году проходит 30 лет, как я уже пастырь. Если посмотрите на меня, то помыслите, что зачем я имею 5 лет. Но если вы смотрите меня, подумайте о том, что начал практически, когда мне было 5. И то правда. И это правда. Kochani, to, co będę mówił, jest niezmiernie ważne. Дорогие мои, то, что буду говорить, это невероятно важно. Być może to, co będę mówił, będzie bardzo emocjonalne dla was. Может быть, то, что я буду говорить, будет очень сильно эмоциональным для вас. Wiele z tych rzeczy, o których będę mówił, sam nie wymyśliłem, ale usłyszałem je u innego pastora. Множество вещей, о которых буду вам говорить, я сам не придумал, но услышал их у одного пастыря. Bardzo dotknęły moje serce. Они очень глубоко коснулись моего сердца. I pokazały mi, że jeśli się z nimi nie rozprawię, i pokazali mnie, że jeśli ja z nimi nie справлюсь, to moja służba, to moje służenie, moje przemawianie z pulpitu, ze sceny, moje проговаривание здесь вот за кафедрой со сцены, nie będzie objawieniem Chrystusa, nie будет проявлением Христа, ale będzie leczeniem moich kompleksów. No будет таком, знаете, заботой о моих комплексах. Кто из вас хотелбы так жить, кто и так мувить о Христусе, чтобы он был видочны перед вами, а вы жебыще зникали за ним? О, то ж. Кто хотел бы так жить и так говорить, чтобы Иисус в вашей жизни был более виден, а вы прятались, просто исчезали за его личностью?
Dlatego dzisiaj będę mówił o etykietach. Посему сегодня буду говорить о ярлыках. Czy nie wiem, czy jest u was tutaj takie powiedzenie, ale w Polsce mamy takie powiedzenie przypiąć komuś łatkę. Nie знаю, jest li u was takie, no w Polsce u nas jest taka pogawórka: przyszyć komuś łatkę. Albo przypiąć komuś etykietę. Или прицепить на кого-то ярлык. Rozumiecie takie powiedzenie? Jest to u was także? Jest taka pogawórka. Jest что-то такое у нас. Myślę, że tak. Żyjemy w tej samej kulturze. Живём в той самой культуре. To posłuchajcie trochę z encyklopedii na ten temat. No posłuchajcie вот немножко с энциклопедии на эту тему. Przylepić, przypiąć komuś czemuś etykietę. Прицепить, приклеить кому-то или чему-то этикетку. To znaczy ocenić kogoś. Это значит оценить кого-то. Оценить когось в способ механичный, поверхностный, у нас ещё говорят, зашуфлатковать, вложить до шуфлады. Оценить кого-то в способом механичным или таким, знаете, поверхностным, или мы ещё говорим разложить по полочкам. Czy komuś z was kiedyś ktoś przypiął jakąś etykietę? Кому-либо из вас кто-нибудь когда-нибудь цеплял вообще ярлыки? Не бойтесь же. Не бойтесь. Подтримайте и помогайте. Поддержите, помогайте. О, мило мне. Но мне приятно. Pozwólcie, że powiem wam o paru etykietach, które ja słyszałem. Pozwólcie, żeby ja wam сказал не о несколько ярлык, о некоторых ярлыках, которых я слышал. Спузнялский. Тот, который опаздывает. Наведзоны. Такой, знаете, подорванный, мы говорим. Пияк. Алкоголик, пьяница. Жарлок. Чревоугодник. Przystojniak. Да, такой вот именно красавчик. Ну я, так как я. Да, ну вот как красава. Etykiety służą, by coś zakwalifikować, zidentyfikować, do czegoś się odnieść. Ярлыки служат для того, чтобы что-то определить, квалифицировать, к чему-то отнести. Ale teraz posłuchajcie, bo to jest bardzo ważne. A теперь послушайте, потому что это очень важно. Zadajmy sobie pytania, w zasadzie spróbujmy zadać sobie pytanie, kto ma prawo nadać lub oznaczyć kogoś lub coś etykietą. Давайте себя спросим, кто имеет право дать кому-то ярлык или вообще определить вот, что вот кто-то будет иметь этот ярлык. Są tylko dwie opcje. I tak, jest tylko dwie opcje. Pomyślcie o tym. Давайте подумайте об этом. По первое, этикетку может надать творца. Во-первых, этикетку может повесить творец. Wielu z was ma telefony firmy iPhone, Apple. Имеют телефоны фирмы iPhone, да, или Apple. To tam jest takie jabłuszko, prawda? Яблочко там есть, правда? Niektórzy mają buty Nike z takim symbolem. Кто-то имеет такие ботинки Nike с таким символом, да? Oni mają prawo nadać etykietę, ponieważ są twórcami tego они produktu. Они право подцепить этот ярлык, потому что они являются творцами этого продукта. Po pierwsze, więc twórca może nadać etykietę. On ma do tego prawo. I tak, во-первых, именно творец имеет право нацепить ярлык. Он имеет это право. Po drugie, во-вторых, prawo nadać etykietę ma nabywca, ktoś, кто купил данный право продукт. Право нацепить этикетку имеет тот, кто купил, приобретающий. Какое-то дело, ну что-то. Pewnego razu moja żona kupiła mi kurtkę przeciwdeszczową. Один раз моя жена купила мне курточку от дождя. I na metce od tej kurtki. И здесь на этикетке на этой курточке. Написала Krzyś. Написала Krzysztof. Написала моё имя. Написала моё имя. Dlaczego? Почему? Зачем? Bo mi ją kupiła i teraz ona jest moja. Потому что мне купила и сейчас она моя. Ale posłuchajcie. No posłuchajcie. Nie możecie iść do sklepu, wziąć marker i napisać na każdym. Nie możecie iść swoje imię. W magazyn i napisać na każdej wisiącej kurteczce swoje imię. Bo zaraz zajmie się tobą ochrona. Потому что сразу же вами охрана займётся. Możesz to zrobić tylko wtedy, kiedy zostałeś nabywcą tego produktu. Możesz zrobić to tylko тогда, когда приобретёшь этот продукт. Запоминаемы, więc bardzo uważnie. Итак, давайте очень внимательно запомним это. Tylko twórca, только творец, и только набывца mają право чемуś nadać, наклеить этикетę. И только тот, кто приобретает, имеет право дать кому-то ярлык или нацепить на кого-то ярлык, на что-то ярлык. I teraz mała ilustracja, może o niej słyszeliście. И сейчас небольшой пример, может быть, слышали вы об этом. Pewien mały chłopiec wyrzeźbił sobie z drewna łódkę. Один парень вырезал себе из дерева лодку. To było takie dzieło jego rąk. Это была такая, знаете, как бы творение его рук. I poszedł nad jeziorko. И пошёл на озерцо. I zaczął puszczać tę łódkę po jeziorze. И начал пускать эту лодочку по озеру. I w pewnym momencie zawiał wiatr. И в определённый момент повеял ветер.
в сторону środka jeziora, в сторону середины озера, и утка зникнула с пред его очи, и лодка исчезла от его глаз. Ten chłopiec bardzo to przeżył, bo dzieło jego rąk odpłynęło od niego. Этот парень очень сильно переживал, потому что дело его, творение его уплыло из его рук. Wiele miesięcy później ten sam chłopiec, idąc ulicą swojego miasta, przechodził koło antykwariatu. Mnóstwo miesięcy później, этот же самый парень, idя по улице, проходил мимо магазина антиквариата. И zobaczył на выставе его łódkę. И увидел, что там на витрине стоит его łódka. Pewnie znacie tę historię. No, наверное, знаете эту историю. Nie znacie? Nie. Wszedł do antykwariatu i powiedział do właściciela antykwariatu: to jest moja łódka, proszę mi ją oddać. Вошел к хозяину этого антиквариата и говорит: это моя лодка, прошу мне ее отдать. На то właściciel powiedział: nie, ona jest moja, ja ją od kogoś odkupiłem. I хозяин говорит: нет, она моя, потому что я от кого-то ее купил. Jeśli chcesz mieć ją ponownie, если хочешь ее снова иметь, то musisz ją ode mnie odkupić. То должен от меня ее выкупить. Chłopiec kochał dzieło swoich rąk. И парень любил творение своих рук. Więc ją odkupił. Посему откупил ее. I od tej pory ta łódka należała do niego na dwa sposoby. И с той поры эта лодка принадлежала ему двумя способами, скажем. Он ее створил. Он сотворил ее. И он ее откупил. И он ее выкупил. Tylko twórca i nabywca ma prawo nadać etykietę. Только творец и приобретающий имеют право повесить ярлык. I teraz powiem, dlaczego to jest tak bardzo ważne dla twojego i mojego życia. A ja теперь скажу, почему это так важно, так сильно важно для твоего и моего, для твоей моей жизни. Bo to prowadzi nas do pytania, które chcę dzisiaj nam wszystkim sobie także zadać. Потому что это приводит нас к тому вопросу, который хочу нам всем и мне также задать. I jeśli prawidłowo odpowiemy na to pytanie, i jeśli правильно ответим на этот вопрос, to wszystko się zmieni. То всё изменится. I nieważne, czy masz dzisiaj 13, 53 czy 83 lata. I nieważne, jeśli ty masz сегодня 13, 53 или 89 лет. Jeśli dobrze odpowiesz na to pytanie, to zmieni się dużo w twoim życiu. Если хорошо ты правильно ответишь на этот вопрос, то изменится очень много в твоей жизни. I mając w pamięci co do tej pory powiedziałem, chcę zadać wam osobiste pytanie. I имея в памяти, держа в памяти то, что я уже сегодня говорил, хочу задать вам личный вопрос. Co? Что? Lub kto ma prawo tobie nadać etykietę? Имеет право тебе повесить ярлык. Jeśli uznajesz, że tylko twórca i nabywca ma prawo nadać etykietę rzeczom, które wyprodukował lub nabył, to kto lub co ma prawo oznaczyć etykietą ciebie? Jeśli ty przyznajesz, to tylko twórca или тот, кто приобретает, имеет право цеплять этикетку, то кто дает этикетку в твоей жизни или ярлык, кто вешает ярлык в твоей жизни? Кто ма право дать тебе этикетку? Кто имеет право навесить тебе ярлык? Chcę wam powiedzieć, i dobrze o tym wiecie na pewno, że etykiety mają ogromną moc. Хочу вам сказать, и, наверное, знаете о том, что ярлыки имеют огромную силу. Jeśli sami sobie przykleimy etykietę lub ktoś nam przyklei etykietę, a my to przyjmujemy, to dosłownie zmienia sposób naszego myślenia i naszego działania. Jeśli my sami przyczepiamy sobie ярлык, или кто-то цепляет на нас ярлык, и мы знаем об этом, то это полностью меняет способ нашего мышления. Zgodzicie się z tym, że to ma duży wpływ na nasze życie? Согласны вы с тем, что это очень сильно влияет на нашу жизнь? Taka etykieta przyklejona nam przez siebie samych lub przez kogoś? Такой ярлык, который приклеен либо нами самими, либо через кого-то. Chciałbym otworzyć trochę serca mojego przed wami. Хочу немножко открыть своё сердце перед вами. I chciałbym wam powiedzieć o etykietach, które mi zostały przyklejone lub sobie sam je przykleiłem i jak ogromny wpływ miały one na moje życie. И хочу вам немножко рассказать о тех ярлыках, которые либо я сам на себя прицепил, либо кто-то прицепил на меня, и они влияли на мою жизнь очень-очень сильно. Kiedy byłem małym chłopcem i chodziłem do podstawówki, byłem chudy i bardzo niski. Когда был маленьким парнем еще, я и ходил еще в начальную школу, был очень худеньким и такой очень низенький я был. В дому моя сестра мówiła на мне szkielet. Дома моя сестра на меня говорила скелет. Трудно dzisiaj uwierzyć. Сложно сейчас уверить в это. Gdy szedłem do szkoły średniej, когда пошел в среднюю школу, моим marzeniem było być tak wysokim, jak mój kolega. Моей мечтой было быть настолько высоким, как мой друг. А он 1,58 м. А он 1,58 м имел.
Byłem najniższym w szkole średniej. Był samym niskim w średniej szkole. Najniższa dziewczyna w szkole była równa ze mną. Sama niska dziewczynka w szkole była taka jak ja. Miałem włosy białe jak mleko do ramion. Białe włosy jak mleko do pleci. Starsi uczniowie przychodzili do mojej klasy mnie oglądać. Starsi uczniowie przychodzili w mój klas zobaczyć na mnie. Я был таке хухро, не знаю, что это такое слово. Ну, был такой вот хухро, да, я не знаю, что это. Ага. И послушайте, зачем носить этикету, которую сам себе приклеил? Начал носить ярлык, который сам на себя повесил. А та этикета звучала слабяк. Этот ярлык, он звучал как, ну, слабак. A to doprowadziło mnie do strachu i szukania akceptacji i ochrony u silnych i bezwzględnych, po prostu niewłaściwych osób i do agresywnych zachowań zupełnie niezgodnych z moją naturą i moimi przekonaniami. Okej. Okay. A to jeszcze raz. Dobrze. To doprowadziło mnie... Żartuję. I to doprowadziło mnie k temu, że ja zacząłem szukać przyjęcia i zaszczyty u ludzi, которые очень сильные, агрессивные и такие просто властные. Chcę ci powiedzieć, że jeśli masz na sobie taką etykietę słabiak, хочу сказать тебе, что если у тебя есть так, имеешь на себе этот ярлык слабак, то nic oprócz Jezusa nie da tobie siły. То ничего, кроме Иешуа, не даст тебе силы. Zapamiętaj to bardzo uważnie. Zapomnij to очень внимательно. Zawsze, kiedykolwiek na tym świecie będziemy uciekać się do czegoś lub kogoś innego niż Jezus, to nas zawsze zrani, to nas zawsze rozczaruje i w efekcie to nas zniszczy. Zawsze, jeśli my będziemy uciekać k czemuliba, kromie Jezusa w tym mirie, to zawsze nas rozczaruje, unicztoży ili przyniesie nam rany. I ta etykieta słabiak doprowadziła mnie do takiego momentu w moim życiu. I этот ярлык слабак привело меня к такому моменту в моей жизни, że szukając akceptacji, что ища принятия, zacząłem robić sobie tatuaże. Начал делать себе татуировки. Zacząłem pić alkohol. Начал пить алкоголь. Zacząłem wchodzić w bardzo złe kontakty. Начал входить в очень плохие взаимоотношения. И даже в бойки, которые были вбрев моей натуре. Даже в драки, которые были противоположны вообще моей сущности. Pamiętam taką historię. Помню такую историю. Kiedy idąc ulicą w mojej wsi, zobaczyłem chłopaka z sąsiedniej wsi stojącego opartego o rower. Podszedłem do niego, złożyłem pięść i z całej siły uderzyłem go w twarz. Помню такую историю. Иду я как-то по селу и вижу парень стоит с велосипедом с другого села. Я просто подошел к нему и как дал ему по лицу. То было вбрев моей натуре. Это было вообще противоположно моей природе. Повем вам же, я мам тен образ в своем умысле от 40 кильку лет. Я хочу вам сказать, что я имею эту картину в своей голове от 40 чем-то лет уже. 40 чем-то лет у меня эта картина перед глазами. И когда езжу до родицев, мимо дом того хлопака. И когда езжу к своим родителям, проезжаю мимо дома этого парня. Он уж не живет. Он уже не живой. А мне тянгле сердце болит, что я сделал. А у меня до сих пор сердце болит, что я это сделал. Если маш такому этикетом слабяк, оно допроводит тебе до деструкции. Если ты имеешь этот ярлык слабак, оно приведет тебя к разрушению. Другая этикета, которую miałem, второй ярлык, который имел, то есть этикета «Jestem gorszy». Это такой ярлык «Я плохой». I jest w domu moich rodziców takie zdjęcie. I w domu moich rodziców jest taka fotografia. Na tej fotografii jest nas trzech. Na tej fotografii nas troje. Ja, Sławek i Witek. Sławek i Witek. I na tym zdjęciach wyglądamy mniej więcej tak. I na tej fotografii wyglądał bardziej вот так вот. Ja stoję w taki sposób i trzymam spodnie w tak z tyłu tak mocno. I ja stoję takim образом i drżę sztany zzadu вот так сильно. Wiecie, wtedy była moda na takie spodnie, że one były tu bardzo wąsko, a tu takie szerokie. Znaczy, dzwony nazywały. Nie wiem, czy u was to było. Klosze takie, здесь było очень узко, a здесь takie szerokie. Moje były prawie takie, tylko odwrotnie. Tu były szerokie, a tu wąskie. Moje były praktycznie takie, tylko наоборот. Здесь были широкие, а здесь узкие. Dostałem je w prezencie od kuzyna, który był dwa razy większy ode mnie. A получил их в подарок от своего двоюродного брата, который в два раза больше был от меня. A dał mi
je dlatego, że jadąc samochodem zwymiotowałem na te spodnie, więc dostałem w prezencie. Dał mnie ich, потому что когда мы ехали на машине, я меня вырвало на эти штаны, он поэтому подарил мне их просто. А же родителей не было, моих родителей не было стать. Ну а поскольку мы ходили в спотнях по два раза грубшим кузине. Родители не могли себе позволить, поэтому я ходил в таких штанах, которые в два раза больше после своего брата двоюродного. Więc я на этом zdjęciu стою в тот способ, ściskając te spodnie, żeby nikt на фотографии не видел, что это так. Стою на этой фотографии вот таким образом, держу эти штаны, чтобы никто не видел, что они у меня большие. Обок мне стоит мой коллега Славик. Возле меня стоит мой дружбан Славик. Его выховала только мама, отца навет не знал. Мама его только воспитала, отца даже не знал. В доме была беда. В доме была беда. Он тримал ręce в кишенях и спотни натягивал, чтобы как найдалее на буты зашли. Он держал, короче говоря, руки в штанах и тянул штаны вниз, чтобы как можно ниже они хотя бы на ботинки зашли. Были повыше костки. Потому что были выше. Не хотел, чтобы так выглядело. Косточки, не хотел, чтобы кто-то это видел. Але вшут нас. Но среди нас. Стал Витек. Стоял Витек. Он имел ту вонске, ту широкое и за костка. Он имел здесь узкое, здесь широкое и ниже, короче говоря, всего, что можно. Видите, я то здjęcie mam в дому. Знаете, что я, у меня есть эта фотография дома. Памятам, как было робione. Помню, как его делали. Pamiętam, jak się czułem. I помню, как я ощущал себя. Czułem się, jestem gorszy. I ощущал, что я хуже всех. Ну, я, ну, что я. I wiecie, takie poczucie, ono sprawia, że masz słabe poczucie wartości. Что такие переживания, они влияют на то, что ты имеешь такое низкое чувство стоимости. To sprawiło, że w zły sposób zacząłem porównywać się z innymi osobami. Это привело к тому, что через плохим образом стал сравнивать себя с другими людьми. Моя мама была научителькой. Моя мама была учительницей. Славка мама была вожной. Славки мама была. Того, который имел за круткие спотки. Я так понимаю, что. Шонтала школы. Так, да. Она уборщицей была, убирала в школе. И помню такую ситуацию. И помню такую ситуацию. Мелишь мы лекции с новой научителькой. Имели были у нас занятия с новой учительницей. И она видела, что моя мама есть научителькой. И она знала, что моя мама учительница. И в том моменте до класса вышла мама Славка. И в тот момент в класс вошла мама Славки. А я поведжаем на а целый голос. Славку, твоя мама вышла. Я говорю, Славик, твоя мама пришла. Видите, для чего это сделал? Знаете, зачем это сделал? Чтобы пани научителька видела, что моя мама есть научителькой, а его мама есть только вожной. Только для того, чтобы учительница новая знала, что моя мама учительница, а его мама уборщица. 50 лет тому то было. 50 лет назад это было. А я помню там тот образ в моем сердце. А я помню эту картину в моем сердце. И с этого поводу тоже мне сердце болит. И с этого и по этой причине сердце мне также болит. В невластивый способ зачем поравнивать с иными. Потому что неправильным способом я начал сравнивать себя с другими. Хочу тебе поведеть очень уважно. Хочу тебе сказать очень внимательно, что если будуешь свое жизнь поравнивая себя с иными. Что если ты строишь свою жизнь, сравнивая себя с другими, никогда не выйдешь на щиты, которые Бог в тоб... на... и возможности, которые Бог в тебе уместил. Никогда не войдешь на горы и возможности, вообще на пик, который Бог для тебя приготовил. Другая, więc моя этикета бжмяла, jestem gorszy. Итак, второй ярлык мой звучал, ты, ну, недостойный, ты плохой, хуже. Третья этикета. Третий ярлык. Gdy byłem takim nastolatkiem, spodobała mi się pewna dziewczyna w naszej wsi. Когда был таким подростком, понравилась мне в селе нашем одна девушка. Ale jej mama powiedziała, że jestem brzydki. No mama сказала, что он как бы страшный. Dzisiaj myślę, że miała kłopoty z wzrokiem. Думаю, что сегодня у него, ну, сегодня я думаю, что у него были вообще проблемы со зрением. Ale to tak się stało, że przez to ta dziewczyna nie chciała mnie widzieć, nie chciała na mnie spojrzeć. To tak случилось, благодаря тому, что эта девушка даже не хотела меня видеть, вообще даже смотреть в мою сторону не хотела. I wtedy przykleiłem sobie kolejną etykietę. I тогда приклеил к себе очередной ярлык. Jestem nieatrakcyjny. Я не в такой, как бы, знаете, не что? А, да, не в привлекательный. Спасибо. И если masz przyklejoną taką etykietę, если у тебя есть приклеенный такой ярлык, то она jest potężna. Она очень сильная. Wiecie, если люди, są ludzie, którzy mają z taką etykietę, śpią z kim popadnie? Знаете, что люди, которые имеют такой ярлык, спят с кем попало?
I to nie dlatego, że ci ludzie im się podobają, tylko dlatego, że czują się właśnie nieatrakcyjni. I wy знаете, nie потому, что эти люди им нравятся, а только из-за того, что ощущают себя непривлекательными. A kiedy idą z kimś do łóżka, to chociaż przez chwilę mają poczucie, że są atrakcyjni. A когда идут с кем-то в кровать, то хоть через мгновение имеют какое-то ощущение, что они привлекательны. Robią wszystko, żeby nie czuć się przez moment nieatrakcyjnymi. Делают все, что угодно, чтобы не чувствовать себя хотя бы вот момент какой-то вот так вот. Stąd dzisiaj biorą się problemy zaburzenia odżywiania, samookaleczenia, praca nad rzeźbą zbytnia. I wy знаете, что именно отсюда происходят проблемы, которые связаны с нанесением самому ран, с разными вот с проблемы питания и работа над собой, вот как бы, знаете, когда люди модифицируют себя и так далее. Etykiety naprawdę mają siłę. Ярлыки действительно имеют силу. Если сам себе наклеишь этикетом, или позволишь, чтобы иные люди наклеили тебе этикетом, то будет контролировало твое жизнь. Если ты сам себе наклеишь этот ярлык, или позволишь кому-то наклеить ярлык, то он обязательно будет контролировать твою жизнь. Послушайте еще одной моей этикеты. Послушайте еще один мой ярлык. Kolejna moja etykieta to очередная, этикета вешняк. Это сылюк. Bo jestem ze wsi. No, ja z села. I wiecie, gdy kiedyś dziewczyna zaprosiła mnie do swojego domu na obiad. I знаете, что когда-то девушка одна пригласила меня к себе на обед, к себе домой. Z rodzicami. С родителями. То я ядłem в innym pokoju, bo nie byłem w stanie jeść z nimi. То я кушал в другой комнате, потому что я не был в состоянии кушать с ними. Bo ja nie wiedziałem, czy ja potrafię, bo ja jestem wieśniak. Потому что я не знал, справлюсь ли я, потому что я селюк. Gdy poszedłem na uniwersytet. Когда пошел я в универ. То я боялся пойти на столовую и есть, потому что не знал, чтобы не потрафил себе послуживать. Я боялся пойти в столовую, потому что я не знал, смогу ли я с вилкой и ножом вообще справиться. И остатняя уж этикета. И последний ярлык. Pamiętam, jak jadąc na olimpiadę. Помню, как ехал на олимпиаду. Ktoś dla mnie bardzo ważny. И кто-то очень важный для меня. A to była moja mama. Это была моя мама. Którą kocham, która очень, żyje do dzisiaj. Которую люблю, она живет еще до сих пор. Powiedziała takie zdanie. Она сказала такое предложение. Do mojej opiekunki, która ze mną na olimpiadę jechała. Моей опекунки, которая те, к той женщине, которая ехала со мной на олимпиаду и заботилась о нас. Powiedziała, po co on tam jedzie i tak nic nie osiągnie. Она сказала, зачем он туда едет и так ничего не достигнет. I pamiętam, jak rodzice posłali mnie do technikum rolniczego. I помню, как родители послали меня в сельскохозяйственный техникум. Wiecie, ja nigdy nie interesowała mnie biologia, zoologia, rolnictwo, nigdy. Вы знаете, nigdy w życiu. Никогда в жизни меня не интересовала ни биология, ни зоология, ни сельское хозяйство. Никогда в жизни. Interesowała mnie поэзия, литература, язык польский, история, география и политика. Интересовала меня литература, поэзия, язык польский, география и политика. Ze strony mojej mamy od wielu pokoleń wszyscy byli nauczycielami. По стороне моей мамы поколениями все были учителями. Ale ja zostałem posłany do technikum rolniczego. No i меня послали в сельскохозяйственный техникум. Wiecie, co mi mama powiedziała, gdy mnie wysyłali do technikum rolniczego? Знаете, что мне мама сказала, когда мне посылали в этот техникум? Idź, synuś, do technikum rolniczego, bo w innej szkole sobie nie dasz rady. Иди, сынок, в сельскохозяйственный техник, потому что в другой школе, ни в какой другой школе не справишься просто. А с лекции истории моя мама учила меня истории, была научителем истории. По лекции истории моя мама учила меня истории, она была учительницей. Pamiętam, jak mówiła, że w Polsce w czasach dawnych rolnictwo było słabe. Она говорила, что когда-то в Польше, вот вообще в давние времена, вообще сельское хозяйство было очень слабым. Бо najgłupszych z rodziny do rolnictwa посылали. Потому что самых глупых из семьи посылали именно в это дело. Ну и выслала мне до техникум рольничек. Ну и послала меня в сельскохозяйственный техникум. И послушайте, заним пошедłem до техникум. И послушайте, прежде чем я пошел в техникум, выигрываем все исторические и политические олимпиады, яко детско с подставовки. Выигрывал как ребенок с начальных классов все олимпиады, которые относились к истории и политике. Писали о мне газеты. Газеты о мне писали. Выиграл олимпиаду ведзы о Związku Radzieckim. Выиграл олимпиаду о знании о Советском Союзе. И wiecie, але dzięki temu, тим всім ситуаціям, які вам мовіłem, ситуація, которых я вам говорил, przykleiłem sobie kolejną etykietę. Прикрепил себе очередной ярлык. Człowiek, który nic w życiu nie osiągnie. Человек, который никогда в жизни ничего не достигнет. I chcę wam się zwierzyć. И хочу вам ну так честно сказать, признаться. To jest najsilniejsza etykieta, jaką mam na sobie. Это самый сильный ярлык, который имею на себе.
И она от часу до часу дает мне о себе знать. И время от времени она дает о себе знать. В постаці здания «Ниц в жичу не осягнувам, ниц в жичу не зробивам». В видимости такого утверждения никак, «Ничего в жизни не достиг и ничего в жизни не достигну». Видите, мам выигранных кілька олимпиад. Знаете, у меня за собой есть несколько побед на олимпиаде. Скончуем студия, чтобы быть научителем и доставаем пятерку на обороне працы магистерской. Закончил университет и получил на защите диплома 5. Мам фантастичную жену, фантастичные дети. Есть у меня прекрасная жена, фантастические дети. Гроно близких приятелей. Круг близких друзей. Заложилем от 0 до 120 особ. Костю. Основал от 0 до 120 человек церковь. Наступный от 0 до 50-60 особ. Вторую церковь от 0 до 50-60 человек. Доставим 2 отзначения с Министерства справедливости за мою службу в вензениях. Получил две награды, две медали от Министерства юстиции за мое служение среди тюрем и вот типа капелланского. С моей женой раздались мы 15 000 вузков инвалидов. С моей женой раздали мы 15 000 инвалидных кресел. Дzięki temu, благодаря этому и нашей службе и нашему служению и нашему впливові ОНЗ признало Польщі найвищу нагороду, если ходи о помощь для непełnosprawnych. ОНЗ это у нас получает Евросоюз признал нас наиболее Евросоюз да ОНЗ целая свет как не как есть United Nations. ООН признала нас как наиболее влиятельных людей, которые повлияли вот на эту сферу. Наш костюм, как единый, хиба до той поры в истории, достал медаль заслуженный для места Варшавы. Наша церковь, как, наверное, единственная вообще во всю историю, получила медаль за службу для города Варшавы. Другий костюм, который проводил, урос двукротнее в течение 2 лет. Другая церковь, которую я вел, он увеличился в течение дважды в течение 2 лет. 17 лет тому заложили мы костюм, который является наивеньшим костюмом в Польше. 17 лет назад начали мы церковь, которая на сегодня является самой большой церковью во всей Польше. Из этого костюма уродились мы уже 3 костюма, и 4 есть в дороге. И с этой церкви мы родили 3 церкви, и 4 уже вот по дороге вот будет. И видите, что могу развивать там величанки еще венцей. И знаете, что могу перечислять это еще больше и больше. А мимо всего. Но кроме всего, вот несмотря ни на что. Bardzo często dopada mnie myśl. Очень часто приходит мне эта мысль. Jestem człowiekiem, który nic nie osiągnął. Я человек, который ничего не достиг. И nic nie zrobił. И ничего не сделал. И myślę, że wielu z was. И думаю, что множество из вас на этой сали już чуете, о чем сейчас говорим. Ощущаете, о чем мы говорим. Быть может, велю из вас потрафи еще со мной утожсамить. Может быть, множество из вас сможете, вы сможете отождествить себя со мной. С вілома етикетами, які я маю, або з іншими, які ви маєте. Які я маю, або, може бути, які ви маєте. Може, маєш на собі приклеєну етикету «розв'єджений», «пожуцений» чи «розв'єджена», «пожуцена». Може бути, ти маєш на собі ось цей ярлик «розв'єджений» або «брошений», або «розв'єджена» і «брошена». І незалежно від того, чи ти когось залишив, чи хтось тебе зрадив, чи була то спільна децизія, та етикета має насправді велику моць. І незалежно від того, чи ти когось залишив, чи тебе залишили, чи це було спільне рішення, цей ярлик має силу. Якщо ти жінка і маєш таку етикету, я розведена або порушена, проблема може бути така, що почнеш умовлятися з жалісними фацетами. І знаєш, якщо ти жінка, яка має і ти маєш такий ярлик, розведена або брошена, то ти можеш почати з того, що ти почнеш договорюватися з такими чоловіками, які насправді жалісні, такі, знаєте, не що. А жалісний гость – це такий гость, який не доцінює тієї вартості, яка є в тобі. А убогий такий чоловік – це такий от, ну, чоловік, который не поймет твоей ценности. И хочу тебе поведеть, что лучше быть самому, ніж иметь такого, ніж вязаться с невластивым особой. Хочу вам сказать, что лучше быть самому, чем связывать свою жизнь с ненужным человеком. Когда был на студиях, когда был в университете, было нас 5 хлопаков и 120 девчонок. Было нас 5 пацанов и 120 девушек. И видялем wielokrotnie. И видел множество раз. Етикету, приклеєну на віле, на вілу особах. Этот ярлик, который был приклеен на множество личностях, на многих. Етикета, которая бжмяла управлялам, або управлялам секс перед шлюбом. Это такой ярлик, который звучал так: имел или имею секс перед браком. Если маєш таку етикету. Если есть у тебя такой ярлик.
то она может сподобовать то, она может привести к тому, że pójdziesz do łóżka z kim popadnie, bo już przecież to raz zrobiłeś, czy zrobiłaś. Że ty pójdziesz w krawat z kim popala, ponieważ ty już to zrobił albo zrobiła. I będziesz mówił, czy mówił, każdy tak o mnie myśli. I będziesz mówić, albo mówiła, że no, собственно говоря, вот такого, każdego такое jest. Znam takich ludzi, którzy mają etykietę nie odpuszczę nikomu. I znam takich ludzi, u których jest relik nikomu nie proszę. Z powodu tego, co mi zrobiono. I za to, co mnie zrobili. I nie mogę odpuścić. I nie mogę odpuścić. Znam ludzi, którzy mają etykietę jestem uzależniony. Znam ludzi, którzy mają ярлык я зависимый. I nie są w stanie wyrwać się z nie w состоянии вырваться со своего вот состояния. I znam ludzi, którzy mają w Polsce bardzo potężną etykietę. I знаю людей, которые в Польше имеют очень сильный ярлык. Jestem przytłoczony. Я такой как бы убитый, что ли, знаете, ну вот как бы вот такой вот я. Byłem przytłoczony, więc się upiłem. Был такой вот разбитый, поэтому напился. Byłem przytłoczony, więc cud założyłem. Был вот такой вот разбитый, поэтому начал блудодействовать. Wielu ludzi usprawiedliwia swoje rzeczy tą właśnie etykietą. И множество людей оправдывают свои вещи, свои поступки, собственно говоря, таким ярлыком. Chcę wam powiedzieć i sobie to. Хочу вам сказать и себе также. Że problem zaczyna się wtedy, kiedy pozwalamy, aby etykiety kontrolowały nasze życie. Что проблема начинается тогда, когда мы позволяем, чтобы эти ярлыки контролировали нашу жизнь. I teraz mając to wszystko w pamięci. И теперь держа это всё в памяти. Jeszcze raz zadajmy sobie pytanie. Ещё раз спросим себя. Кто ма право тобе и мне надать этикету? Кто имеет право тебе или мне повесить ярлык? Кто ма право? Кто имеет право? Право ма тен, кто тебя створил. Право имеет тот, кто создал тебя, и тот, кто тебя искупил. И только он единый ма право надать тебе этикету. И только он один имеет право дать тебе ярлык. Nikt inny, tylko ten, który cię stworzył i wykupił, ma prawo ciebie oznaczyć. Nikt drugi, tylko tot, kto cię создал i wykupił, ma prawo определить, kim ty jesteś. Bóg ciebie stworzył. Bóg ciebie stworzył. I w swoim słowie mówi: cudownie ciebie stworzyłem. I w swoim słowie mówi: прекрасно тебя создал. Stworzyłem ciebie dla siebie. Сотворил тебя для себя. I mam cel dla twojego życia. Имею цель для твоей жизни. Nie jesteś dziełem przypadku. Ty nie являешься каким-то несчастным случаем. Biblia mówi, że jego dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie. Biblia mówi o tym, że dzięki jego tworzeniu my stworzeni w Chrystusie Jezusie. Бог тебя створил. Бог тебя создал. И Бог за тебя заплатил. И Бог за тебя заплатил. Бог тебя створил. Бог тебя сотворил. И Он тебя выкупил. И Он тебя искупил. И только Он ма право надать тебе этикету. И только Он имеет право дать тебе ярлык. Nikt więcej. Nikto больше. Powiedziałem wam, że jeśli nie rozprawimy się ze swoimi etykietami, сказал вам, что если мы не расправимся со своими ярлыками, то będziemy leczyć swoje kompleksy. То будем тогда лелеять свои комплексы. На сцене, в службе, в служении. А то не есть в родинах, в мужествах. А то это не в семьях, не в наших замужествах. А то не са места лечения наших комплексов. А это не место, где мы лелеем наши комплексы. Мы мамы манифестовать Христуса. Мы должны проявлять Христа, являть Христа. Jestem przekonany, że wielu z was dzisiaj, będąc na tej sali, ma mocno przyklejone etykiety. Я абсолютно уверен, что некоторые из вас, находясь здесь в этом зале, имеют в своем сердце очень сильно приклеенные ярлыки. I jeśli chcemy pójść dalej w naszym rozwoju. И если мы хотим идти дальше в нашем развитии. Jeśli chcemy osiągnąć te cele, które Bóg ma dla nas. Если мы хотим достигнуть тех целей, которые Бог имеет для нас. А zobaczcie, co Jezus powiedział. А смотрите, что Иисус сказал. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. Я пришел, чтобы вы имели жизнь. И чтобы вы обфитовали. И чтобы это был избыток. Бог хочет, чтобы ты имел исполненное жизнь. Бог хочет, чтобы твоя жизнь была исполнена. А исполненное жизнь это есть такое, которое полега на тем, на открытии, кем я стем в Богу и до чего меня Он повелал и в Его моце сделать этого. А исполненная жизнь базируется на том, что ты понимаешь, кто я в Боге и что Он имеет для меня. Ale tak wiele etykiet, które przykleiły nam osoby. No tak, mnóstwo ярлыков, które przykleili k nam te,
lub my sami, кто-то другой либо мы сами, не имея до этого абсолютно права, не имея к этому абсолютно никакого права, dzisiaj hamuje w nas w osiąganiu Bożych celów, тормозит нас в достижении более высоких целей. Wielu z nas od lat żyje pod ciężarem swoich etykiet. Множество из нас годами живет под тяжестью своих ярлыков. I do ciebie dzisiaj Jezus mówi. И сегодня к тебе Иешуа говорит. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Obciążeni między innymi etykietami. Которые под давлением этих ярлыков. А я дам вам укоение. Я дам вам успокоение. То есть запрошение. Это приглашение. И то есть обетница. И это обетование. Послушайте историю. Послушайте историю еще старую историю. В одном из костелов, в которых служили мы с моей женой. В одной из церквей, в которой служили мы с моей женой. Появилась девушка. С очень большим горбом. С очень большим таким горбом. Jej mama umarła, jak była małą dziewczynką. Ее мама умерла, когда она была маленькой девочкой. Tata nie potrafił się nią zająć. Папа не способен был ею заняться. Więc oddał ją do jakiejś kuzynki. И отдал ее какой-то там двоюродной сестре. И она там взрастала. И она там росла. И пришла до нас до костела. И пришла к нам в церковь. Мала, маленькая, худая, сгорбленная, такая сгорбленная девушка. Окропно трактована przez innych. Ужасно отношение со стороны разных людей. Pamiętam dzień, помню день, kiedy Bóg dotknął mojego serca, когда Бог коснулся моего сердца. И powiedział mi, że mam modlić się o jej uzdrowienie. И сказал, что я должен молиться о ее исцелении. Byłem przerażony. Был просто потрясен. Bo co będzie, jeśli się nie stanie? A co będzie, jeśli nie случится? Przecież ona na pewno marzy o tym, żeby nie mieć tego garba. Ona już точно мечтает о том, чтобы не иметь этот горб. I wtedy przyszedł do mnie mój kolega, który był służył ze mną razem w tym kościele. I przyszedł тогда ко мне друг мой, который служил со мной в этой церкви. I mówi do mnie: "Mam w sercu przekonanie". I говорит: "Имею в сердце убеждение". Że my powinniśmy modlić się dzisiaj o tą dziewczynę, żeby Bóg ją uzdrowił. Что мы должны сегодня молиться об этой девочке, чтобы Бог ее исцелил. Я mówię, mam takie samo przekonanie. Я говорю, я тоже имею такое утверждение в сердце, уверенность. Więc pomyśleliśmy, będziemy razem się podumali modlić. Подумали мы, давай вместе будем молиться за нее. I gdy ona przyszła do kościoła. И когда она пришла в церковь. Powiedzieliśmy jej, chcemy modlić się o twoje uzdrowienie. Говорим, хотим молиться за твое исцеление. Положиliśmy на ней ręce. Положили мы на нее руки. Zaczęliśmy się modlić. Начали мы молиться. А она dotknięta mocą Bożą padła na twarz. А она от прикосновения Божия упала на свое лицо. Po jakimś czasie wstała. Через некоторое время встала. Patrzymy, garb nie zniknął. Видим, горб не исчез. Pytam jej, co się stało. Я говорю, что случилось. А она нам powiedziała. Она говорит. W oczach Bożych jestem najpiękniejszą kobietą. В глазах Божьих являюсь самой красивой женщиной. Бог мне powiedział. Бог мне сказал, że w jego oczach jestem najpiękniejszą kobietą. Что в его глазах самая красивая, я самая красивая женщина. Kochani, возлюбленные. To jest ważny wieczór. Это очень важный вечер. Bo myślę, że serca wielu z was dzisiaj krwawią. No ja, потому что я верю, что у множества из вас сердце сегодня кровоточит. Bo dotknąłem bardzo wrażliwej струны вашего życia. Потому что прикоснулся к очень чувствительной такой струне вашей жизни. А в засаде Дух Святой дотknął. А собственно говоря, Дух Святой прикоснулся. Bo wie, że wielu z was, потому что знаю, что множество из вас. И также я. А также я. Żyjemy pod ciężarem etykiet przyklejonych przez niewłaściwe osoby. Żyjemy pod ciężarem ярлыков, które przyklejone nie tymi ludźmi, którzy должны byli to делать. I dzisiaj Bóg chce je z nas zdjąć. I сегодня Бог хочет снять эти этикетки с нас. Wiecie, w Polsce jest taki program. Знаете, в Польше есть такая программа. Idealna pani domu? Idealna домохозяйка. Kobieta, która prowadzi ten program, i женщина, которая ведет эту программу, powiedziała, że stare naklejki, stare etykiety, сказала, что старые наклейки, старые ярлыки, odkleja się smarując je najpierw oliwą. A odklejaются лучше всего, когда ты их мажешь в первую очередь маслом. Кто jest symbolem oliwy, oleju? Кто является символом масла в нашей жизни? Дух Święty. Дух Святой. Твои этикеты могут быть старые, как ты. Твои этикетки могут быть старыми, как ты. Але Дух Святой дzisiaj. Но Дух Святой сегодня хочет дzisiaj
хочет сегодня вычистить все этикеты, которые не сам приклеены, через того, который тебя создал, которые приклеены не тем, кто тебя создал, и не тем, кто тебя искупил. Decyzja należy do ciebie. Решение принадлежит тебе. А он już jest gotowy. Он уже готов. Похилимо наші голови. Давайте склоним наши головы. Позвольмо, щоб Дух Святий проходив. Давайте позволим, чтобы Дух Святой проходил возле нас, среди нас. Хвала тобі, Пане. Слава тебе, Боже. I teraz, kiedy mamy zamknięte oczy, pochylone głowy, nie rozglądajmy się. Uczyńmy tą chwilę bardzo intymną. I сейчас, когда мы имеем наклоненные глаза, закрытые, наклоненные головы, закрытые глаза, нет, давайте не смотреть по сторонам, давайте будет, пускай это будет интимный такой момент. Pozwólmy Duchowi Świętemu, żeby działał teraz. Давайте позволим, чтобы Дух Святой действовал. I chcę zadać wam pytanie. I хочу спросить вас. Кто из вас? Кто из вас? Dzisiaj wie, że jest pod ciężarem starych, przyklejonych przez niewłaściwe osoby lub przez siebie samego etykiet. Знает, что вы находитесь под давлением, таким тяжелым давлением неправильно приклеенных ярлыков со стороны неправильных людей или каких-то, может, самого себя. Если так есть, дайте знать через поднесение руки. Так, я стою под таким тяжаром и потребую увольнения, потребую, чтобы Дух Святый через свое намащение усунул то. Осознаю это, я нуждаюсь, поднесите чтобы выше, Дух Святой, чтобы сказать, это не через, стыду, через свое помазание забрал эти ярлыки. Не стесняйтесь, слушайте, у многих из нас это есть, не переживайте. Если поднеслись руки, я вас попрошу, повстаньте, прошу. Если вы подняли руки, я прошу вас, встаньте, пожалуйста, да не стесняйтесь. Chcemy się o was dzisiaj modlić. Chcemy o was сегодня помолиться. Chcemy wołać o to, żeby przyszła do was dzisiaj upragniona dla was przez Boga wolność. Пришла к вам сегодня свобода от Бога. Panie, Господи, jesteś tutaj między nami. Ty здесь сейчас между нами. И ты пришедłeś, aby ogłosić jeńcom wolność. И ты пришел, чтобы провозгласить свободу тем, кто находится в рабстве. Ты пришедłeś по то, aby zdjąć ciężary nasze. Ты пришел для того, чтобы снять наше ярмо. И ты dzisiaj до wszystkich нас kierujesz zaproszenie. И ты сегодня ко всем нам обращаешься с приглашением. Przyjdźcie do mnie wszyscy. Придите ко мне все. Którzy jesteście obciążeni. Труждающиеся. А я дам вам укоение. А я дам вам успокоение. Запрашиваем вас, хотите туда, выйдите туда до преду. Выходите сейчас сюда вперед. Попрошу всех пасторов, лидеров, чтобы тоже вышли, чтобы могли еще раз лидеры, чтобы мы не крымпуйте сейчас, не стесняйтесь, давайте выйдем.